4 сентября Ихальское отделение Мирнинского авиапредприятия работает и обслуживает клиентов по новому адресу на первом этаже бывшего здания АСМТ. До этого много лет организация арендовала помещение по улице Юбилейной у Айхальского ГОКа, но с 1 июля оно было выставлено на продажу. Наше руководство обратилось к руководству Айхальского ГОКа, чтобы они нам помогли в поиске помещения. Вот нам и предложили вот это вот помещение. Мы согласились, потому что подходящих вариантов не было. В помещении был сделан косметический ремонт, закуплены новые стойки для клиентов и столы для кассиров. Помощь при переезде и обустройстве офиса сотрудникам предприятия оказал Айхальский ГОК, а также предприятие СМК «Юбилейный» и «Типография». Сотрудники постарались сделать все для удобства жителей. Продажа билетов была приостановлена лишь на один день. Пассажиров заранее оповещали о переезде. Я узнал по табличке, которая в старом здании была. Ну, думаю, удобно. Поближе к центру будет удобно ходить по пути. Думаю, будет удобно. Места маловато, конечно, но уютно. Так все. Прекрасно, ремонт хороший. Площадь нового помещения, в том числе зала для покупателей, хоть и меньше предыдущего, но вполне соответствует потребностям поселка. Даже при наличии очереди комфорт клиентам обеспечен. Вестибюль оборудован посадочными местами. В связи с тем, что количество электронных услуг увеличилось, люди больше стали брать билеты по интернету, и у нас с этим уменьшилось количество покупателей. Поэтому нам этого зала будет достаточно, даже в период массовых продаж. Хорошо, уютно, есть сиденье в коридоре, можно посидеть, подождать. Касса хорошо работает, обслуживает очень хорошо. То было более близко в поселке, то там как-то поудобнее туда заходить было. Здесь немножко подальше, ну, свои нюансы. Но тоже, мне кажется, будет неплохо. Так все, сделан ремонт, все чисто, аккуратно, вежливо обслуживание. В вестибюле также оборудован информационный стенд и режим работы, который, кстати, остается без изменений. Светлана Угрюмова, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край».